отмечаемый в течение недели перед Великим постом. Веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. На Руси это был самый широкий, раздольный и веселый праздник. Масленица называлась честной, широкой, пьяной, обжорной, разорительницей. На каждый день масляной недели существовали определенные обряды. Широкая масленица – сырная неделя. Ты пришла нарядная к нам весну встречать, печь блины и развлекаться будем всю неделю, чтобы зиму студенную из дома прогнать. Утро понедельник. Наступает встреча, яркие салазки с горочек скользят. Целый день веселья, наступает вечер, накатавшись волю, все блины едят. Заигрыш, беспечный вторник, отрада. Все гулять, развиваться вышли, как один. Игры и потехи, а за них награда, сдобный и румяный масленичный блин. Тут среда подходит, лакомкой зовется, каждая хозяюшка колдует у печи. Кулебяки, сырники, все им удается, пироги и блинчики, все на стол мечи. А в четверг раздольный разгуляй приходит, ледяные крепости, снежные бои. Тройки с бубенцами на поля выходят, парни ищут девушек, суженых своих. Пятница, настала вечера у тещи, теща приглашает зятя на блины, есть с икрой и семгой, можно чуть попроще. Со сметаной, медом, с маслом, если мы. Близится суббота, заловки, угощения, вся родня встречает, водит хороводы, праздник продолжается, общее веселье, славно провожает зимушку народ. Воскресенье, светлое, быстро наступает, облегчает душу все прощенный день, чучело соломенную, зимушку сжигают, нарядив тулупчик, валенки, ремень. Пышные гуляния, ярмарка венчает, до свидания, масленица, приходи опять, через год красавицу снова повстречаем, снова будем праздновать, блинами угощать. Как в старину, так и ныне, главное угощение на масленице – это блины, которые текут каждый день, начиная с понедельника. Подчивание блинами на масле с водкой породило поговорку «Не житье, а масленица». Проходили века, менялась жизнь. Принявшим христианство появились новые церковные праздники. Но широкая масленица продолжала жить. Ничто не смогло заставить россиян отказаться от любимого праздника – хлебосольного и раздольно-веселого. Масленица – самый веселый, самый разгульный народный праздник. Обязательным предметом масленичных угощений были блины. Масленичная еда имела обрядово-ритуальный характер. Предполагалось, что чем обильнее будет угощение в этот праздник, тем богаче будет весь год. Масленичные игры носили развлекательный характер. Езда на лошадях, катание с гор на санках, игры в снежки, борьба, кулачные бои. Масленичных песен до нас дошло немного. Все они по своей тематике и назначению – делится на две группы. Одна из них связана с обрядом встречи, другая с обрядом проводов, похороны масленицы. Обряд встречи масленицы был следующим. Делали из соломы чучело, придавали ему при помощи старой одежды женский образ, вид женщины. Насаживали чучело на шест и с пением возили на санях по городу, по деревне. Затем чучело-масленицу ставили на Снежной горе, где проходили игры и катания на санках. Песни, сопровождающие обряд встречи масленицы, отличают жизнерадостный тон. «Дорога наша гостья масленица, Авдотьюшка Изотьевна! Дуня белая, Дуня румяная, коса длинная триоршинная, лента алая двуполтинная, платок беленький, новомодненький, брови черные, наведенные, шуба синяя, ластки красные, лапки частые, головастые, портянки белые, набеленные». В песнях, посвященных встрече масленицы, мотив был изобильного угощения. В них говорилось:
что масленицу встречают с радостью, с блинами, с каравайцами, с варениками, с сыром, маслом, с калачом и с печеным яйцом. Подчеркивание богатства и праздничного изобилия в масленичных песнях имело магическое значение. В последний день праздника провожали масленицу. Соломенное чучело вывозили за деревню, и там его либо сжигали, либо разрывали на части и закапывали в снег. Этот обряд нашел отражение и в масленичных песнях. Обряд провода масленицы и сопровождающие его песни отличает совершенно иная минорная тональность. Если песни, которыми встречали масленицу, напоминали свадебные и величавые, то сопровождающие обряд провода масленицы песни были похожи на то, как масленица обманула людей, разорила их, все поела и посадила на Великий пост. Завершающим этапом масленицы является церковный праздник «Прощенное воскресенье». В этот день люди просят друг у друга прощения. Добрым словом начните утро, попросите у близких прощения. Всех простите, ведь это не трудно нам в прощенное воскресенье. Пожелайте всем людям счастья, сил побольше, здоровья, везения. В этот день, в этот светлый праздник, день прощенного воскресенья. Тема масленицы нашла отражение как в народном творчестве песен и пословиц, и поговорок, так и в художественной литературе. Самый яркий литературный образ масленицы создал русский писатель Иван Сергеевич Шмелев. В его повести «Лето Господне» есть целая глава, посвященная этому празднику. Описаны празднования масленицы в книгах Салтыкова-Щедрина, Пошехонская старина, Куприна, Юнкера, Болотова, «Жизнь и приключения Андрея Болотова», описанные самим автором для своих потомков. Шолохова, «Тихий дом». Автор описывает праздничный стол на масленицу в семье донских казаков Мелиховых. Иван Гончаров в произведении «Фрегат Паллада» рассказывает, как матросы праздновали масленицу в плавании. В рассказе Ивана Бунина «Чистый понедельник» показана московская жизнь 20 века на масленичную неделю, следом за которой обязательно наступает Великий пост. Спасибо за внимание.